В общем, девочки, я довольная, очень довольная вот этой штучкой. И вам советую, если кто делает ногти, кто-то к вам приходит, это обязательно надо обрабатывать, потому что это очень важно для вас. Вы пользуетесь этими инструментами, что это, в общем, для безопасности вашей, ваших клиентов и близких, и кому вы делаете. Это обязательно надо. Потому что вы так все равно не обработаете всякими спиртами и там жидкостями. Я советую, конечно, вот эту штуку. Я тоже долго думала, нужна она мне, потому что я так ногти не делаю, чтобы там кто-то ко мне ходил. Я единственно делаю своим знакомым, детям, себе. Я считаю, что она мне нужна была. Очень хорошая штучка. Ее включаешь вот здесь, вот потом ждешь, когда лампочка загорится, она нагревается. Температура, я говорила, уже 250 градусов. Это достаточно, чтобы убить все микробы, что-то там такое. Ну и держите где-то минут 30-35. Я 40 держала. Этого хватает. Так, следующая моя покупочка, знаете, какая была? Это ультрамойка. Вот такая вот. Тоже очень довольна. Я тоже распаковала, уже попробовала, чтобы вам сказать, как она работает. Очень замечательно работает. Классная мойка. Видите, вот так вот открывается. Здесь вот вытаскивается. Такая вот штучка. Сюда инструменты загружаются. Так, допустим, ложится. Вот, и сюда складывается, водичка наливается. Тут меточка есть. Включаете, и она так немножко как щелкает. Здесь вот эти таймеры есть. Сколько там минут? По-моему, 7 минут. Да, по-моему, 7 минут она делает. Но я на два раза делаю. Оно действительно хорошо очищает все фрезеры, вот эти вот, все, что на них там остается. Все убирает, всю грязь. И я не только вот эти инструменты, да, чищу для маникюра, а я еще и золотые украшения, серебро можно здесь. Ну, в общем, все, что вы такое вот касается металла, можно здесь очистить. Эта вот ультрамойка очень хорошая. Мне она очень понравилась. Она классная. Так что подумайте, может быть, она тоже кому-то нужна будет. Я довольна ей. Ссылочки я оставлю. По-моему, даже я где-то оставляла. Она мне тоже пришла где-то с месяц вместе с этой машинкой. Я, по-моему, где-то выставила. Но я еще выставлю обязательно под ссылочку. Хорошая это, кстати, штучка. Я думаю, что вы будете довольны, если ее возьмете, не пожалеете. Что вот эта вот машиночка тоже классная. Что вот эта вот. Я ими очень довольна. Так что, девочки, спасибо за внимание всем. И всем до новых встреч. Всем пока-пока. Всех с Новым годом поздравляю, с наступающим, с Рождеством. Видео мое скоро еще выйдет, тестирование будет, то, что я до этого вот снимала с посылочками. И ногти я буду новые себе делать. Тоже засниму, все сделаю, покажу вам. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.